Депутаты Совета депутатов Одинцовского городского округа от фракции «Единая Россия» Станислав Улитин и Андрей Яцишин посетили инвалидов второй группы жителя деревни Жуковка Михаила Сальникова. Народные избранники поздравили пенсионера с 85-летием и подарили ему телескопическую трость для ходьбы. С просьбой о помощи в приобретении такой трости Михаил Иванович обращался некоторое время назад. Партийцы оперативно отреагировали на обращение.